Фокус номер два. Волшебная рокировка. Наш второй ученик тоже имеет отношение к деньгам. Это охранник-инкассатор. Сергей обеспечивает безопасную доставку крупных денежных сумм. Бронежилет и оружие, готовое к стрельбе. Пуленепробиваемая машина. Двери на двух замках. Серьезные деньги и охраняются по-серьезному. Когда экипаж прибывает на точку, чтобы забрать деньги, водитель не выключает мотор. В случае опасности он сможет прикрыть коллег броней автомобиля. Сергей выходит из машины первым, осматривает территорию и только потом дает инкассатору добро на выход. Охранник не Рэмбо. Преграды на своем пути он устраняет вежливо. Но важен не грозный вид, а контроль над ситуацией и навыки. У Сергея 6-й разряд, самый высокий, поэтому он имеет право использовать огнестрельное оружие. Тренировки по рукопашному бою раз в неделю. Других не берут в инкассацию. Во время передачи денег охранник дежурит в коридоре. Отвлекаться нельзя, даже если в коридоре ни души. Деньги – это серьезно. Здесь никаких фокусов. На инкассаторский мешок ставят пломбу, номерную печать. По ней потом определят, что мешок не вскрывали во время перевозки. Охранник не может помогать инкассатору с сумкой, даже если она будет весить десятки килограммов. Каждый должен выполнять свою работу, иначе небезопасно. Инкассатор тоже не может помогать охраннику. Если того возьмут в заложники, то инкассатор с водителем должны немедленно увести деньги с места инцидента. Это не черствость, а здравая логика. Охранник для злоумышленников интереса не представляет. Им нужны только наличные. Сергей продолжает работать. Отслеживает ситуацию на дороге. Не увязалась ли за ними какая-нибудь машина. После работы сдает бронежилет и оружие. Но сегодня, в конце рабочего дня, Сергея ждет сюрприз. О, стоп. Эйн, Свейн, Дрейн. Опс. Цветочки. Юрий. Сергей. Очень приятно. Взаимно. Я знаю, что вы хорошо охраняете деньги. Бывает. Проведем небольшой эксперимент. Сумеете ли вы справиться со своей задачей, но с моими банкнотами? Хотя можете проверить, это обычные... Обычные деньги. Смотрите, я сейчас сделаю что? Я буду закручивать банкноты, а вы охраняете вот эту тысячу. Держите пальцем. Охраняете тысячу. Вы обратите внимание, она лежит сверху. Чтобы я не смог поменять положение этих банкнот. Смотрите внимательно. Закручиваем. О, отлично, закрутили. Вы помните, что она была сверху, да? Да. Раскручиваем. Что ж такое? Она я снизу. Все, да, я снизу. Да. Как так получилось? Ну вы же охранник. Так я их охраняю, а это фокус, это совсем другое. Конечно, это обычный фокус. Давайте я вас научу этому фокусу. Давай попробуем. Очень и очень простой фокус. Смотрите. Я кладу одну банкноту сверху, обращаю на нее внимание. И когда мы закручиваем, вот таким образом... Вы держите вот здесь, да? Угу. Но обратите внимание, у меня лишний круг делает вот эта банкнота. Угу. И теперь, когда мы развернем наши денежки, получается, они поменяются местами. Да? Вот такой фокус. Вот. Но вы поняли, как делается? Да, все. Попробуйте то же самое сами. Раз. Когда мы скручиваем купюры, нижняя накрывает собой верхнюю, оставляя маленький уголок. Его нужно незаметно высвободить. Теперь вся купюра лежит на верхней.
Все получилось? Ну, как я ученик. Отличный ученик. Как бы вы ни охраняли деньги, но существуют такие мошенники, которые деньги могут нести прямо из-под носа. Ага. Я пробовать не буду. Фокус номер 3. Исчезновение банкноты. Мы в экспертно-криминалистическом центре МВД России. Третий ученик, криминалист Николай, получает на экспертизу деньги, вызывающие сомнения. Вот как эти. Быть на купюре нереально. Но Пух, мечту свою лелея, решил проблему гениально. Приделал голову и шею. Эта подделка, конечно, шуточная. Мы хотели развеселить нашего эксперта. Такую подделку видно невооруженным глазом и приятно оставить себе на память. А сейчас перейдем к серьезным фальшивкам. Вещественным доказательствам. Какие признаки подделки можно увидеть невооруженным глазом? У подлинной купюры уникальный номер, как и у автомобиля. А на этих деньгах тиражируются одни и те же цифры. Все с ними ясно. Если внешняя купюра не отличается от настоящей, ее проверяют, вооружившись техникой. Это видеоспектральный компаратор. Сейчас с его помощью мы сравним настоящую купюру и сомнительную. Тест на проходящий свет позволяет детально разглядеть водяные изображения на купонных полях. Для наглядности справа положим фальшивку, а слева – оригинал. Голова Ярослава Мудрого на фальшивке светлее. Еще более явное различие – защитная нить. При подсветке видно, что она представляет собой сплошную линию, а на подделке мы видим пунктир. Второй тест – ультрафиолетовое излучение. Поддельная купюра просвечивается насквозь, а настоящая – темная. Но на ней видны вот такие светящиеся волоски. Это защитные волокна. На светлом поле вы разглядите их и без техники. Волокна окрашатся в бумагу произвольно, поэтому двух одинаковых рисунков не бывает. Кое-что можно обнаружить и на ощупь. Например, поддельную микроперфорацию. Это дырочки с номиналом купюры. У фальшивки они прощупываются и просматриваются на компараторе с помощью косо падающего света. А на настоящей купюре их не нащупаешь. Давайте рассмотрим их получше с помощью стереометрического микроскопа. Перед вами купюра, увеличенная в 330 раз. Вот микроперфорация. Эти дырочки нанесены с помощью лазера. Бумага остается при этом гладкой. А теперь поглядим на фальшивую банкноту. Отверстия на ней рваные. Сразу видно, работал не лазер. Подделка микроперфорацией портит рельеф купюры. Ведь даже самая тонкая иголка оставит следы. По окончании эксперт пишет заключение. Он не указывает, поддельная купюра или нет, а просто перечисляет ее характеристики. Оценку дает суд. Приветствую, Николай. Здравствуйте. Вещдоки? Да. Как похоже на мои настоящие, смотрите. Ну, это может быть мелко, а вот есть покрупнее. Проверьте, настоящие, фальшивые, потому что я уже начал сомневаться, когда посмотрел на все эти негодяйские купюры. Ну да, хорошая банкнота. Хорошая? Смотрите, если сделать это таким образом,
вырвать середину у нее. На вкус настоящая. А с такой дыркой примут? С такой примут. Да? Ну, на самом деле, мы ее сделаем снова целой. Что? Нет, нормальные банкноты. На самом деле, это не настоящая, это волшебная банкнота. Я ее, если забрать в левую руку, смотрите. Так вот, думайте, она исчезает совсем. Хороший фокус. Отлично, браво. Нет, ну это же волшебная банкнота, поверьте. Ах, ну да. Дело в том, что эта банкнота, она же может вообще в воздухе зависнуть. Ну, это, конечно, если захотеть. Вот. Не, ну вот, можно проверить. Да, я видел. Отлично. Так вот, Николай, все эти фокусы очень простые. Давайте я вас научу одному из них. Да, самому простому, но от этого не менее эффектному. Ну, подходит любая вещь, которая находится в кармане у человека. Это, например, банкнота. Складываем таким образом и делаем классическую пассировку. А банкнота осталась здесь. Смотрите. Научиться нужно делать раз. Угу. И как будто перекладываем в руку. Попробуйте. Держим вот так. А когда перерачиваем, берем их другими пальцами. А этой рукой? А этой рукой делаем вид, как будто забираем. Так. Раз. Два. Раз. Два. И продолжаем движение, как будто у вас тут купюра. Еще можно сделать вот так. Классическая пассировка. Взять деньги большим и указательным пальцами. Сделать вид, что кладешь их в другую руку. Переместить купюру между указательным и средним пальцами. Поколдовать над пустой рукой. И все. Осталось только натренировать плавность жеста и пойти удивить друга. Лёш. Да? Дай полтинничек. На. Зачем он тебе? Сейчас покажу что-то новое. Полтинничек мой. Оп. Ну и где же он теперь? Все. У меня на обед последний, может, остался. А теперь... А у меня есть другой фокус, смотри. Видишь бумажку? Бумажку. Кладу бумажку. Да. Бери ее. А бумажка, ты дал? На сегодня все. Теперь у вас в кармане три отличных фокуса с купюрами. Оттачивайте мастерство и ждите следующей серии. В ней мы расскажем о фокусах со стаканами. Не понимаю, как они это делают, а? Мне просто рассказывал один знакомый, фокусник, что он при желании может до 3 миллиарда рублей откатить. Как они у него катятся, вообще не понимаю. У меня вот не катятся никак. Может, он применяет какой-то способ хитрый? Может, он вот так вот их складывает, и они у него так катятся? Ну-ка, ничего не получается. Надо учиться катать деньги.